Бресте. И хозяева дома, сестренка моя Лена и Вовка, любезно согласились провести экскурсию по дому, по своему. Вот я сейчас стою около входной двери. Сейчас я даже повернусь. Вот она за спиной, входная дверь. На улице темно, и дом снаружи мы покажем завтра. Я когда была в прошлый раз, 5 лет назад, вот это только-только начинало строиться. Не было потолка. Я зашла, первое, что ощутила, это запах дерева. Сумасшедший запах дерева. Лен, рассказывай. Я к своему дому уже привыкла. Уже столько лет здесь живу. Я, конечно, очень рада, что это мой дом. Да, дом, конечно, аж дух захватывает. Это мы на первом этаже в так называемой пристройке. Дом был раньше, а вот эту пристройку достроили, доделали. Сколько лет назад? 5 лет назад. Высоченный потолок. Были просто балки в прошлый раз, когда мы приезжали, а сейчас они обшили это деревом. И вот этот запах дерева, он ощущается. Шторы вот таких вот разных уровней получились. Окна высоченные тоже. Сколько высота у вас здесь будет? 5 метров 6? Ну, самое большое, наверное, 5. Вот это камин. И вот здесь выход на задний двор. Там тоже мы покажем при дневном свете завтра. Там дек такой и кресло. А, там даже свет есть. Ну, а что тогда? Вот. Ой. Вот этого же тоже не было. Да, лужайка. Да, лужайка. И... Мама дорогая. Вот здесь можно делать барбекю. Шашлык, вернее. Лук. Лучок. Ну, еще видишь такое. Ну, классный уже, зелененький. Это коллекции. Как хорошо вы их вместили. Я вам рассказывала, у Ленки огромная коллекция кружек со всех стран мира. Кстати, Лена, в том чемодане твоя кружка. А, ты же видела видео, да. Вот, а вот это я обещала показать. Завтра покажу поподробнее. Сегодня вот такой первый взгляд. Коллекция Вовкиных бутылочек. В чемодане тоже 3 штучки ему. На кухню можно попасть 2 способами. Отсюда. Тремя, да. И вот отсюда, от входной двери, как я только что заходила. А еще можно сверху спуститься. Ну да, 4. Ага. И вот такая получилась кухня. Слушай, а мне кажется, в прошлый раз было уже одна столешница. Нет, так нет. И было, да? Так и было, да. Уже забыла. Кухни не меняли. Стеллаж. Такая вот маленькая. Такая колонна здесь. Красивенная, просто красивенная колонна. Натуральная, она смотрится здорово. И стол. Мы садимся... Ужинать на самом деле. Это комната, где расположился Илюшка у нас. Гостевая. Такой потолок. Это что, как бы небо, да? И вот этот красивый такой круг. Это вы чем делали? Тканью. Тканью. Вот. А вот эта ткань, а вот это обои, да? Это... А, это покраска? Нет, это покраска. Вау. Вот эти бамбуковые палочки так красиво дополнили вот здесь этот интерьер. Здесь можно тоже вот этот свет включить, он тоже включен. Да? Ой. Слушай, ну со светом свет, вообще это, другое ну, дело. Ну это мы называем ее восточная комната. Да. Она у нас такая. А эти вы покупали? Нет. Тоже сами делали? Тоже все самодельное. Да, вот они мастера. Это Стуница столик. Да, ага, вот такой вот шахматный столик. Тунисский. Из оливкового дерева. Из оливкового дерева. Красивый. Это как кожаные. Он сюда там вписался идеально, вот в эту комнату. Кожаные тоже 6 тунисов. Они вообще мастера. Лена делает всю мебель сама, перетягивает. Это делала Вова. Ну понятно, ну ты же натягивала. Да. Ну. Все вот это своими руками. Весь ремонт вообще у них сделан своими руками, что поражает. Лавочка. Маленькая. У нас есть лавочка, фотография, кстати, мы на этой лавочке сидели, да, втроем. Вова, здесь есть такой гостевой туалет маленький. С котлом. Угу. Ну, в общем, мы туда так он особо такой, не пойдем. Да, но... Ну, он без ванны, без ничего, просто лестница туалет. Пошла с первого этажа, Илья у нас там по ней идет. А мы поднялись на второй этаж. На втором этаже это спальня Ленина с Вовой. Вот такая. Телевизор новый, я не видела, у них тут маленький раньше висел. Вот. И огромный, огромный шкаф. Я только что намылась, вот такая вот мокрая. Как в Америке шкаф называется walk-in closet, в который можно войти.
Вот здесь тоже такая красотища, лампочки миленькие. Эта комната здесь Нина расположилась, пока Нина у родителей находится. И вот она, когда здесь остается, это ее как бы комната сейчас получилась. А раньше здесь типа складика же, да, у вас было? Она так и остается рабочая. Это же рабочая комната, да. Здесь стиральная машина. А, да? Видишь, мы здесь стираем, ага. Убираемся. Здесь это гладим. Просто угу. Это... Ну, как бы такая, да, рабочая комната, можно ее назвать. Рабоче-гостевая получилась она теперь. Ну, кто как выбирает. У нас много комнат, каждый выбирает, угу. В какой. Теперь пошли на третий этаж. Да. Как начнешь ходить по этажам, так и не остановишься. Какая картина. Это обои, Лен, или что? А? Обои? Обои, да. Угу. И вот раньше здесь была игровая комната. Вот эти стеллажи были полны игрушек мальчишкиных. А сейчас они, мальчишки в Минске, живут вот в той квартире, в которую мы заезжали. И получилась такая, я не знаю, как назвать, гостиная еще одна. Нет, но здесь такая у нас мастерская. Здесь машинки, библиотека. Библиотека. Здесь, да. Ну, такой. Для рукоделия, да. Комната. Кстати, вот эти чемоданы так здорово тоже чемоданы здесь смотрятся. Чемоданы старые, это как-то, ага. Я детстве. Кстати, помню вот этот, да. Чемодан коричневый. Это я с ним уехала учиться, ну, с этим чемоданом. Вот. И вот эта комната, в которой я расположилась, она тоже такая как бы получилась гостевая. Мне предложили комнат много, выбирай какую хочешь. Вот я выбрала здесь, на третьем этаже. Там я расположилась в уголке. Тоже гостевая. Да. Такая вот комнатка. Я могу еще и заниматься здесь, да. Зарядкой. В общем, здесь вот... была спальня. А, спальня. Да, и когда вот я была в последний раз, мальчишки еще здесь ночевали, у них стояли две кроватки вот так вот по бокам. Это была их спаленка. Кстати, рабочие очень это же. Да, и вот здесь можно играть. А где вы ее взяли? Вы ее купили? Она у нас есть, да, у нас же занимается. Вот тебе будет очень, да. Интересно, ты 100 лет не играла. Я же раньше училась в музыкальной школе 4 года. И она на классе рабочая. Фортепиано. Я, конечно, уже все забыла, но... О, и забыли ну, еще на втором этаже показать основную вот эту ванну. Здесь джакузи. Ты меня выпусти. Давай, джакузи. Такая огромная душевая кабинка. Я только что приняла здесь душ как раз. О, чувствую себя вообще человеком. Сутки в пути. Такая еще даже с мокрой головой. Вот такая она большая, очень-очень большая ванная. Вот, а нагрев у вас от котла, да, идет? Да. Угу. У нас свое автономное. Да. Отопление. Вы не зависите от городских, нет. Ни от каких, нет. Ни от служб, ни от чего. Нет. В общем, нет. Вот такой домик. Вода у нас тут. Угу. Вся и канализация. Остальное... Трехэтажный получился дом. И вот Вовка наш. Все. И Вовка, который... И Вовка нам что-то наливает. Да, скажи, что ты нам наливаешь теперь. Виски? Практически, я чилийское. Да. Домашние. Это виски домашние. Что значит домашние? Виски. Все, давайте, ребята. Спасибо большое за экскурсию. И приятного аппетита. Всем нам приятного аппетита. Бай. 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 Ну, да, ладно. Я считаю, что я проросла. Вот знаешь, как бывает. Я говорила, единственное, что я боюсь потерять, сам дом, потому что мне кажется, я уже корнями. Вот знаешь, как я вросла сюда, как дерево. Ты столько сюда вложила. Я уже, нет, сам по себе дом. Наоборот, что к дому привыкают мужчины, а женщины привыкают к человеку. Смотри. Нет, женщины к дому привыкают. Смотри, Валечка, что в этом доме важно? Даже не сам дом. Я люблю уже соседей все. Я люблю подруг, которые ко мне сбегают. А ты вырежешь, покажешь всем соседям. Я люблю уже пусть место. Знают, да, как я люблю сам дом и люблю вот место. Это. Вот теперь покажу еще двор при свете дня. Мне нравятся вот эти заборчики. Вовка делал сам из камней, выкладывал своими руками. Это вот у него такой вот как бы импровизированный гаражик получился под сеткой для машины. И вот он домик. Домик снаружи вчера. Смотрели его внутри, а вот сегодня вот так вот великолепно он смотрится снаружи. Это домик. Это соседская собачка лает. Вот. И Вовка вчера был прав. Он говорил,
что вы снимаете дом в темноте, надо его снимать при свете дня. Он смотрится гораздо красивее, поэтому вот эту вот гостиную еще при свете дня. Такая вот красота. Вот здесь даже раковинка, вчера я ее не заметила. Кухонька. Мы уже позавтракали. Ленка такая умничка. Наделала сырничков на завтрак. Здесь. Потолок, конечно, вообще впечатляет. Ну и вот. Вовкины бутылочки сегодня. Ах, вот так отсвечивает денек солнечный, классный. Такая вот коллекция. Бутылочек. Лампочка, мы с Италии привозили ему. И вот, который я ему в этот раз купила бутылочки, угадала, ни одной нет у него из тех, что идут. И кружечки. Кто там? Свои. Свои? Привет. Доброе утро. Доброе. Вот сейчас покажу, какие Ленка сырнички спекла сегодня. Я, наверное, тоже еще раз кофе сейчас с Вовкой попью, да? Кофе с Вовкой, я обычно сахаром пью. А я с Вовкой хочу сегодня. Вот что за куст такой у них здесь растет. Ах, прелесть. Они распускаются, листочки. Куст такой красивый, как волосы на голове. Вот это вот дерево тоже. Ах, прелесть. Прямо все, все дышит, чувствуется весна. И елочка у них здесь во дворе, елочка. Прямо несколько видов. Такая елочка, вот такая с мелкими колючками, и такая. Тут у них целый такой уголочек декоративный получился. Кстати, дом вот этот, вот это вот Лена все сама делала. Вообще у них все сделано своими руками. Вот так вот она мазала весь этот дом. И вот получился он такой вот красивый. Декоративный. Это я вот с этой стороны забора могу его еще тоже пройти. Вот так вот он смотрится снаружи. Это вот здесь у нас барбекюшница. Вот будем делать шашлычки на Пасху, может быть. И вот с этой стороны, вот там вон моя комната наверху на третьем этаже. В общем, все. Поехали мы сейчас в больницу забирать мамочку. Ее как раз выписывают. Сегодня вовремя я приехала. А в родительском доме уже папа и вторая сестренка Нина ждут нас, готовятся к встрече. В общем, чувствую себя очень хорошо здесь. Такое впечатление, как будто правда приехала домой. Все, на этом я с вами на сегодня прощаюсь. Всем желаю счастья, удачи, любви, хорошего настроения, здоровья, мира во всем мире. И пока-пока.